Я помню и вашу газету, и другие издания, которые, безусловно, внесли и продолжают вносить серьезный вклад в, скажем так, информационную жизнь, обогащают информационное пространство объективной, независимой информации, развиваются активно, в том числе с учетом вот, нынешнего динамичного времени, когда широко востребован и видеоконтент, и представление информации в социальных сетях, в мессенджерах. Вот. Мне бы хотелось пожелать вашему изданию дальнейшего развития, новой заинтересованной аудитории, и вам, и всем ее сотрудникам всего наилучшего и всяческого благополучия, и главное, душевного спокойствия в наши непростые времена.